В октябре в Севастополе на базе спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА прошел чемпионат вооруженных сил России по военно-морскому пятиборью. Этот вид спорта относится к военно-прикладным и по содержанию этапов значительно отличается от аналогичного международного военно-морского пятиборья, который культивируется Международным советом военного спорта СИЗМ. Военно-морское пятиборье включает в себя следующие виды: плавание на 100 метров вольным стилем, кросс на 1 километр, стрельбу из пистолета Макарова ПМ-1. Стрельба проводится по мишени номер 4 с черным кругом, предоставляются 3 пробных и 10 зачетных выстрелов. Соревнования по гребле на военно-морских шлюпках проводятся в классе Ял-6, шестивесельный Ял, на дистанции 1000 метров. В парусных гонках проводятся 3 классные гонки на дистанции не менее 3 миль. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 2 гонок. Прошедший чемпионат вооруженных сил показал неоспоримое лидерство представителей Черноморского флота, которые первенствовали в общекомандном и личном зачете.